Незаконченная работа по укладке тротуарной плитки и отсутствие озеленения. Такая неприглядная картина ждала комиссию на улице Космонавтов. Говорить о детской площадке и турниках пока еще рано, но сроки начинают поджимать. Подрядчик не справился со своими обязанностями. Глава города поручил взять этот объект на особый контроль. Интересует вот здесь. Мы отстаем по графику. Я ставил задачу, помните, да? До 1 декабря все закончить. Сегодня какое декабря? Третье. Работает один человек. ЖКХ, Анжела Анатольевна, вы руководитель. На контроль этот вопрос, я не знаю сколько, 2, 3, 5 дней даю вам, и чтобы все здесь было закончено. По улицам Маяковского и Лермонтова картина совсем другая. Строительные работы полностью завершены. Во дворе появились цветочные клумбы, деревья и кустарники, а дворовый проезд заасфальтирован. Сейчас рабочие устанавливают скамейки, монтируют детские городки и спортивные тренажеры. Обустроили тротуары, подготовили основания для игровых комплексов и на улице Крылова. Свои предложения по благоустройству дворов рассказали и местные жители. Вот, коляска здесь пройти не могут. Машины переходят. Конечно, люди, вот пешеходный переход. Кто ограждение поставил, а проход сделан? Конечно, люди с колясками идут, деток из садика водят, и в садик. Девушка, даже не переживайте, хорошо, что вы сказали. Мы сейчас поставим такое ограждение. Еще. Машина не заедет туда. Во время рейда глава города обратил внимание на расширение дороги на улице Крылова. Дорожный знак автобусной остановки оказался скрыт от водителей ветками деревьев. По поручению Юрия Полякова, начальнику отдела по транспорту, предстоит проконтролировать состояние всех остановок и устранить недочеты. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Анапа регион.